Ой-ой-ой, игра будет... Игра будет... интересной. Да я не знаю, у нас... пиздец драфт. Смешной. Я решил его... еще более прикольным сделать. Да, еще на паке вообще с нулевой облачок, походу. У меня миссы не будут, может проходить. Вот, прикольно. Блять, серьезно? Один крип прошел? Блять, серьезно, нахуй. На батме выйдешь под ботру? У меня 4-й раз есть возможность. Да, хорошо. Да как, блять, я не понимаю этой хуйни, что сейчас произошло. Что происходит, парни? Что происходит в этой игре датской? Мне что-то поранят и умер. Да найд, парни, ничего ж вы так, ребята? Что происходит на этой дурке ебаной? Ебать, ты что делаешь? Хорош. Это что такое, нахуй? Ебать, вы что, ребята? Я в ахуе вообще. Что это за меня? Свистать всех наверх! Обновление на Epic Loot. Помоги адмиралу Кунке в новой мини-игре дойти до сокровищ за 4 жизни и получай награды. Сундук мертвеца я тебе не обещаю, но арканы в наградах присутствуют. Они лежат в 5-м мега-сундуке за 3000 шагов. Не бойся, начни свою первую игру. Обещаю, оторваться не получится. Думаешь, это все, что я для тебя припас? Бесплатный боевой пропуск, в котором за каждое 15-е задание ты, кусок отрепья, получишь аркану, а за прохождение заберешь Dragon Claw Hook. Ссылки я оставил на дне, в смысле внизу под видео. Там же ищи промокод на 15% и дополнительную попытку в мини-игре с адмиралом. Нам без капель, на самом деле, не хочешь мой эру утрайнуть и ебнуть? Ну давай, у меня первая эру. Да это не важно, братишка, я тебе верю. Три, без арбы, без них пауч. Ну я дал на шару. Ну, муха, между прочим. Ебал на базу, да? Ну, нет, вообще не на базу тоже. Спа. Бля, сколько дума не фикси, герой все равно будет сломанный хуйней. Я на нижнем. Он забрал. Ой, ебать! Я не успел выдать почему-то. Да я должен был в разные стороны нажимать два спала. Это было бы чётенько. Я мискликнул. Бывает. Парни, смачок подраскурим под кое. А там бочь. Парни? Колфред? Охуеть! Что это за хуйня? Почему он просто бежит и вот так вот нажимает? Это же просто абсурд какой-то, вообще невероятный. Я не бежал на базу, потому что я думал, что я долбёб тэпнется, ему вообще по***ю было. А, наверняка краб нафидел. Никит, хотел узнать, делаешь ли ты перерывы от доты, когда выгорел и стоит их вообще делать? Да. Да, делаю, да, стоит. Все хорошо. Действительно стоит. Я так хочу с кем-то играть, но не с кем, блять. У нас такой драфт хуйня. Это невероятно. Бля, опять Doom выжил на 0 хп, бегает 3-0. Мне так кажется, мы немножко сидим на таймере. А чем мы сами не можем убить? Че, а, я иду, если... Он явно не один. Они по-любому там поставили, я смотрю. А вместе подними? Я бегу. Нет, все равно. Так даем, ладно. Ну, я поторопился чуть-чуть, сука. Не, я не выйду. Что, дэмэдж будет? Он умрет, Да. Бля, если бы я вайда, закрыл сейчас, это был бы вэристон. Бля, мне не нравится билд Вира вообще. Он сейчас умрет еще. Парни, на миде. Да, на миде. Привет, как выигрывать каждый мид на Ива Кири можно роспись.
https://2. Спасибо, я распишусь. Ну, каждый мид ты не выиграешь, но на дистанции можно иметь в этом плане хороший винрейт. Не знаю, старайся лоспикать, чтобы тебя не накрывали. Но вообще все дело в практике. Чем больше ты матчапов разных отстоял, тем тебе проще будет. Меня так эта игра АФК утомляет, это пиздец. Как будто я на АВГ 0 нахожусь. О боже, блять. Я не понимаю, каждую активку вот так подбирают. Ладно, эта игра almost ебаная сейчас. Смотри, 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 встретите меня. Я бегу. Да. Паут нашел? А, нет, вот он. Пак задайзер. Да а боже. Кронос. Что? Мы это никогда не выиграем еще. Да, столько уже таких долбоёбов, думал, просто... С Акторином ебашим, ребят. С Акторинчиком. Качаемся. Ему за это ничего не будет. Не, на Вере билд это вообще пиздец, это чё. Да фармлю арчит, можем делать пак и первым. Я не смог нажать. Да какой арчит, сынок? Ну, ты прикалываешься нахуй. Это что такое что? Бля, серьезно такой-то? Я за вайдом выехал наверх. Так нажалось. Ладно, я возвращаюсь. Пака, братья, корчат. Он в шифт ушел, когда от него добежал, корчит там дать. Да, я хотел он телекинезом спиздить килл. Шоу, Куриона просто... На меня. Я дал арчит. Хорош. Делаем вид, что играбельно. Можем Рошана убить, наверное. У нас кода вообще Рошан норм идея. Как будто они сами отправляются. Парни, надо выходить. Они готовят. Встретить? А что он делает? Я на него арчит потрачиваю сейчас. Просто пи***ц какой-то. Это сверху. Ой, там сзади у нас. На, не стойте рядом все, парни. У меня 9 секунд. Проехали. Надо арчит ждать. Ладно. Я не могу туда пойти. Пока, парни. Это паун сделал. Вижу, подойди. Хорош. Вы лучшие парни, вы лучшие, блин, лучшая команда за сегодняшний день. Первая игра у меня просто. Тишу, сади. Вард стоит. Первая игра. Go fight again. Не, что-то думал вообще в голос. Да, вообще пиздец. Пока вижу. Можно за хрона его двоем, подожди меня, стой. Ты его соло думаешь? Просто он бежал от вас в другую сторону. Под мамом кончился. Арчит вверх. Перчит, да, мама. Уберите это животное от меня, парни. Шмальчик. У меня еще есть кнопка. Сейчас можем вот этого пассажира по КРу не трать? Окей, крона просто ебанешь. Окей. Ты пошел туда фурона. Хотим поймать? Да. Куда бежит? Ты пошел на спрон туда. Хотя не, у меня оставалось слишком мало там anyway. Ебать, что за урон нахуй? Да я не знаю, я вот... Можем еще раз фурию на... Когда приболел и отдыхал, я смотрел эти компетитив игры, и после них так все лоу-скильно кажется, это вообще пиздец. Пока смотришь компетку, потом в паблик заходишь, еще охрана будет у них. А не хотим фурион убить на XP? Парня дом. Я дал стрелу туда. Ну, он меня был. Тихо нахуй. Дримкова нет, я. Да, жрать его не очень, но мне нельзя. Я бегу.
У меня КД ТП было и мне нет. Там ДД лежит. ЖС Фурионы. Но уже все вместе стакнутся, ребят. На ком, на воде, да, жал. В файте вот здесь жал. Гос курсы начать. Не откатил. Ну давай. Ну она подмажена. Эру, давай, лип, лип, эру, эру. Не, у него нет БКБ, у него КД. Окей, окей. Они греф ебали. Это на ХГ греф. У нас Эгиса нет. Ребята, пака можем в крону? На рейте плюс, на подмен, на подмен, так? Я за паком выехал. Я делаю, делаю, делаю. У него ветра, он прожмет ветра после арчида, смотри. Ну или так. Да, вот так его, на. Че БКБ въебал? Что можно вере просто фляить, скади ебал? Что там, ну, МКБ чего никогда не получит вот здесь. Я просто хп так мало, я хуй знает. А меня не спасет ничего, если я в крону попаду. Не, ну, не знаю. Смысле, я просто нажму хил и все. Ну, оно как бы... Я как нет. Бы... Он ставит или в меня хрона, или я просто хил нажимаю. Не, если у тебя будет фляй, у тебя же еще мои у ворота будут работать. 20% сверху. Потом 50% у ворота будет. И оно так не считает, ведь шадот. Я округляю тебя. Я понимаю, парни, но суть не меняется. Просто меня либо сейвит хрона, либо меня не спасет ничего. Поэтому я просто собираю то, что... Можем поискать, у меня минутка есть. Сверху... Да, за типками. Т2 на боте и Рошан с крапы. Парни, смотрите, смотрите, Зай, смакебок. Да, разревелился. Готов. О, не забейте. Позиция дерьма. Пак ветра нажмёт, смотри, с тобой пойдёшь. Я КД. Ладно, надо выходить. Я байнулся, парни, я байнулся. Ой, спасибо за хрона. Спасибо, братан. Меня прям хрома, я ему подумал, блядь. Я бы им пиздили ещё. Так это не, это не моё, это не моё, он сам нажал. Это твоё было уже. Не-не-не, это не моё было, я нажимал в него. Нет, это его было. Сука. Го, подверну, парни, просто. Я постараюсь до Талова, думаю, дождаться и нажать. Мы не так рано. Пака, либо Байдан. Еще парни наделали. Найс. Как же я со станом кентавра хорош в этой мапе. А главное, вернее, вместе со мной не встать, что я без боя. Можешь бить. Ну, БКБ, нормально. Бай на паке. Спрыгнитесь. Парни, мне помочь. Я снял арчит все. Че, Вер дальше бить не может разве? Вышку сломаю, бараки хз. Но у них нет нихуя, у Вайда БКБ нет, он вообще не может никак. Сами. Я ему арчит дал. А, будет под дум, парни. Я его добью, я его добью. Я надеюсь. Все, меня дали. Хорош. Я сайгаю до сих пор. Помогите, умоляю, парни, где-то идет что-то. Че, нихуя не могут, куда? Какой сайт, наверное, Макс? Найс. У вас сайт будем или подвыйдем, я хз? Да подвыйдем. Ой, подвыйдем. Там много очень грипов из боку. Парни, они знают, что меня нет, они сейчас вас побегут. Просто выживи на Юре как-то, дум нажал. Ладно, я на фиде, уходите. Тут не спасись. Я с баем, если что. Пак хер. Я ничего не понял.
Там вот к вам бежит. Стрелка, да? Войт уже близко, еще войт уже близко. Войт уже здесь. Да у меня айон, я ебал. Я могу впитать, если еще охрана. Вообще, я не против. Фар стоит. Парни, еще, еще чуть-чуть. А, у меня еще даже айон не выбили, кстати. Я в дела еще не стою, парни, ап. Красавчики, ребят. Тех обнял, приподнял, покружил, поставил. Давайте, good luck. Победа. Я не знаю, типа Рубик такой strong char. Тут у Пака вообще нет хп всю игру. И у тебя есть контроль мгновенно. Я подумал, что у нас 0 станов на тима нормальных. И он либо Пака, либо шторма возьмет. И в эти матчапы, типа, ты на Рубике вообще спокойно стоишь.